Космолот, готуймо перемогу. Але якщо можна, давайте про наших союзників хотів би вас попитати. Я сьогодні дуже потішився, коли почув новину про те, що поляки дають нам перші 4 29-ті міги. Я потішився з того, тому що я собі нафантазував, що от, мовляв, ну яка мені різниця, як ті літаки називаються, F-16 чи міги, бо ці ж міги, вони в поляків на озброєнні, так само, як і словаки, вони точно під НАТО, під стандарти НАТО мали його модернізовувати, а значить ці міги точно зможуть пуляти натівськими ракетами і бомбами. Так собі нафантазував, але військові експерти мене виправили, що, мовляв, ні, мова не про те, що це не є аналогом F-16, і ці міги, які нам передають, вони не будуть стріляти і мати можливість використовувати ці от натівські бомби і ракети. В тому плані, що все-таки нікуди нам не подітися від того, щоб і далі просити в союзників F-16, але і далі нам в тому відмовляють. Сьогодні Білий Дім знову заявив, пан Кірбі, що не буде в Україні F-16 в найближчій перспективі. Якщо можна, ваших розмірковувань щодо цього, коли наші союзники дійдуть, дозріють до того, щоб давати нам сучасну авіацію, і що, на вашу думку, на тепер є причина, що нам її не дають? Ну, во-первых, так, давайте вот посмотрим не в перспективе года, а более для начала, да, посмотрим, попробуем подняться над всем этим, над линией времени, да, и посмотреть сверху. И вспомним заявление нашего командующего ВВС, который сказал, что нам, в принципе, для обеспечения собственной безопасности, это безотносительно войны, нам нужно 200 самолетов западного типа, ну, типа F-16. 200 штук. И без этого не получится. Ну, это логично, потому что, там, не знаю, в небо Балтии, стран трех стран Балтии, защищают самолеты НАТО. Ни у Латвии, ни у Литвы, ни у Эстонии нет своей авиации вообще. Там летают самолеты НАТО, они стоят шум. Их раньше было, по-моему, 4 самолета всего, сейчас, по-моему, больше уже стало, 7 или 8, не помню, что-то такое. И вот они покрывают небо Балтии. И там по очереди, раз в полгода, сменяя друг друга, стоят то турецкие, то бельгийские, то еще какие-то. Мы, давайте, вот я же говорю, пока посмотрим не на войну, а на вообще. Мы можем обойтись без западной авиации вообще и защищать свое небо? Нет, не можем. Ну вот потом, война закончилась. Можем ли мы сказать, что мы останемся на советских стандартах, у нас будут советские самолеты? Нет, не можем. Ну, потому что их больше нет, просто в мире, их больше неоткуда взяться. Это ровно та история, которая случилась у нас в прошлом году поздней весной, когда мы, отбив и разбив россиян под Киевом, под Черниговым, под Сумами, не смогли в тот момент развить это все наступление на юге и на востоке. В принципе, в теории могли бы. Но у нас не было снарядов. И проблема была какая? Что этих снарядов не было в природе. Не только у нас, а вообще в природе. Потому что это были снаряды советского образца, 152 мм. А нам нужны были уже. Только ну, их просто негде было взять. И поэтому у Запада был какой выбор? Либо дать нам начать производить снаряды советского образца, либо дать нам уже оружие натовского. Нам дали оружие натовского. По самолетам та же история. Невозможно. Хорошо, вот Польша нам даст 4 самолета, Словакия нам даст. Еще кто-то даст. Но они в мире-то кончаются, новых-то не появляется ниоткуда. Мы же не в России их будем покупать, мы точно это знаем. Свои мы не построим, мы не создадим новый самолет. Вот мы сами не создадим. Да сегодня, кроме Америки, вообще никто не создаст новый самолет. Просто никто. И Америка единственная страна, способная одна в одиночку создать новый самолет. Все остальные самолеты создаются конгломератами из нескольких стран. Вот. Мы можем включиться в какую-нибудь группу там, и так далее, но не более чем. Вот, поэтому мы точно, давайте, а теперь мы от конца тянем путь к сегодняшнему дню. Вот мы знаем, что через 10 лет у нас точно будет 200 западных самолетов. Если мы не проиграем войну, мы же можем ее еще проиграть, да? Но если мы не проиграем войну, то у нас будет 200 западных самолетов в любом случае. Значит, они в какой-то момент должны начать появляться. Поэтому на Западе, в США, в Британии, в Евросоюзе все понимают, что рано или поздно у нас будет западная авиация. Точно. Вот. И весь вопрос просто, когда и в каком стиле все это делать. Вот и все. Не в том, что это эскалация или не эскалация войны, а в том, как, вот как с твоей точки зрения с этим поступать. Ну, бачите, вот тут, ви ведете конечно... до того, що це просто історично так передбачено, вже наперед ми можемо це зрозуміти, що інших варіантів, оскільки немає, то у нас ті натівські літаки з'являться. Але ж питання, коли нам... Є варіант, ми можемо проіграти, извините, Артем, ми можемо проіграти війну, к сожалению. Это ужасный, да, сценарий. Если мы проигрываем войну, нет Украины больше. И тогда нет, и самолетов тоже. Пане Михайло, але ж...
запитання те, яке нас турбує, що ми то хотіли собі умовно вже на цьому Рамштайні ту авіацію задля того, щоб ці F-16 прикривали Абрамси, Челленджери, Леопарди, які мають піти в той контрнаступ задля того, щоб деокуповувати наші території. От так нам воно мріялося, але воно нам не сталося. Це і Рамштайн якось тихесенько дуже пройшов, знаєте, в режимі відеоконференції, з чого росіяни руки потирають і розказують, а бачите, от вам наявний приклад того, що інтерес до України згас, і тепер, мовляв, як все починалося? Ви пам'ятаєте, як воно було на перших Рамштайнах? Небо і землю вони обіцяли перевернути, а тепер тихесенько там збираються в режимі відеоконференції. Ну да, смотрите, танки ми добивали год. От танки ми добивали почти год, поки нам їх розрішили. Ми ж їх просити почали в марті прошлого року, да? А виділили нам їх в январі. 10 місяців ми їх просили. Самоліти ми теж будемо добивати год. И так как рано или поздно это неизбежность, с одной стороны. С другой стороны, вот тут надо, конечно, наверное, военные эксперты лучше знают, в этом во всем разбираются, но я так вот общее представление мое о современной войне, которое, послушав разных военных экспертов, вывел, оно такое, что у тебя может быть армия построена на авиации, а может быть на артиллерии. В принципе, эти штуки взаимозаменяемы. И натовские армии, вообще стратегия войны натовская, построена на авиации. Именно поэтому у них так не было много снарядов, которые нам нужны, не было столько артиллерии и так далее. И дальше они должны либо перестроить нашу армию под авиацию, под натовский стандарт, либо пытаться выезжать на артиллерии. Ну, вот сейчас, да, конкретно сейчас, в решении сегодняшних задач, конкретно военной кампании, извините, что я заговорил такими дурацкими уже словами, прямо Первой мировой войны, но это военная кампания 2023 года, да, когда я говорю, почему я... Меня самого это уже ужасает, я прям чуть нервная улыбка, да, на лице появляется. Потому что ты читаешь Первую мировую войну, историю, там, говорит, военная весенняя кампания 15-го, осенняя кампания 15-го, и тогда это кажется, что это вообще будет очень долго, и уже как бы мы живем в том, что может и долго. Да? Вот в кампании 2023 года задействовать самолеты F-16 было нереально. Давайте честно себе скажем, нереально. Потому что обучить летчиков, построить все эти базы, там... Сначала развернуть, прошу заметить, систему Патриотов, потому что иначе у нас нет прикрытия для F-16. Потом построить рембазы, научить наших ремонтников, снабжение и так далее, и так далее, и так далее. Все вот это, вся огромная история. Ну, не получалось бы. И я так понимаю, что было принято решение, не нами, а нами вместе с партнерами, в кампанию 23-го года вести артиллерией. Ну, как бы сдоминируем артиллерией. И поэтому последние пакеты помощи, если их посмотреть, и, кстати, Рамштайн, вот это вот я эти слова, которые сейчас говорю, я их уже говорил последние там пару недель, но я на потому что это же не моя идея, я их послушал просто военных экспертов, вывел сумму, да, среднюю, что нам в последних пакетах дают снаряды постоянно, одни снаряды вообще. Да что ж нам надо для весеннего наступления, это снаряды, много, что мы их сейчас запасаем. Причем снаряды и такого вида, и экскалибуры, ну, обычные экскалибуры, и для хаймарсов, все, всех видов. Это вместо самолетов. Снаряды вместо самолетов нам дают. И что интересно, на Рамштайне единственная новость, которая хоть как-то прошла, это, по-моему, про Британию, правда? И очередную сделку по снарядам из Британии. Вот. И разговоры, кстати, в основном были о чем? А, вот Франция срывает поставки снарядов, помните? То есть я думаю, что там об этом вся речь идет. Что у нас стволов поставлено достаточно, чтобы вот эти бронетранспортеры, более 1000 нам выделено, это только за январь-февраль, танков 700, а нам теперь нужно много снарядов. И, кстати, производство же вот это танковых снарядов, которые у Укроборонпром, конечно, но не без западных же партнеров мы их решили производить, я думаю, где-то в неизвестной стране НАТО, в которых мы это производим. Я думаю, что этот Рамштайн, если бы он получил название, если бы было больше информации, это был бы снарядный Рамштайн, потому что для вот этого контрнаступления нам нужны миллионы снарядов в запасе. Миллионы. А представьте себе снаряд, он тяжелая штуковина. Попробуйте представить миллион снарядов. Это просто бесконечные потоки вагонов, даже железнодорожных, со снарядами. Пане Михайло, на підтвердження ваших слів кілька ремарок, що дійсно це є снарядним Рамштайном. Неодноразово наші союзники казали про те, що вони виконують те замовлення, яке передає їм Генштаб ЗСУ. Це перша ремарка, перший момент на підтвердження ваших слів, а другий – ну, ті цифри, які були озвучені, що ми на тепер вистрілюємо 110 тисяч снарядів на місяць, просить Резніков як мінімум 250 тисяч, але при цьому каже, що тією кількістю артилерії, які ми вже маємо від наших союзників, ми можемо і 600 тисяч снарядів на місяць вистрілювати. Відповідно, нам саме така кількість для цього і потрібна.